Ребята, всем привет! Вы на канале Интернет и Деньги. Я все-таки принял решение продать свои токены CNB на бирже CoinsBit, которые я заработал по прошлому аирдропу. Потому что я долго ждал, что они пойдут в цене вверх. Несколько недель назад они продавались по 26 сатошиков за один токен. Ну и, соответственно, пока я ждал, что они будут расти, сейчас они стоят по 16 сатошиков. Соответственно, я могу продать их подороже, но все-таки решил продавать даже по такой цене, потому что смотрю, что они падают только вниз. И если я буду ждать дольше, то, скорее всего, заработаю еще меньше. Так что, чтобы они не лежали у меня на балансе мертвым грузом, я решил их продать. Кстати, на данной бирже сейчас идет новый airdrop. Я ролик уже об этом снимал. Кому интересно, можете посмотреть. Я чуть позже в конце данного ролика также вам расскажу о новом аирдропе. А пока что будем переводить и продавать токены CNB от прошлого. Итак, давайте я перейду в кабинет. Как видим, вот здесь цена токена CNB 16 сатошиков. Вот тут вот есть стаканы, их можно купить и продать. Соответственно, покупаются они по 17, продаются по 16 сатошиков. Ну что ж, нам необходимо их продать. На торговом балансе у меня 0, поэтому мне сюда их нужно перевести. Для этого я захожу в раздел «Баланс». И вот мой CNB токен. У меня их 8250. Теперь необходимо нажать вот эту стрелочку, чтобы перевести на торговый баланс. Открывается вот такое поле, прописываем здесь сумму, я буду продавать все 8250, нажимаю перевод, все, я перевел, как видим, на балансе у меня их уже 0, возвращаемся обратно в раздел торги, и вот, как видим, у меня их 8250, вот тут вот сумма у меня появилась. Теперь вот здесь в количестве прописываем опять же 8250. Так, всего я получу 132 тысячи сатошиков биткоина. Тоже, в принципе, довольно неплохой результат, так как для этого я практически ничего не делал. Просто прошел регистрацию и прошел простую верификацию. Ну что ж, нажимаю кнопочку «Продать» и нажимаю «Подтвердить». Все, мой ордер ушел. Теперь просто необходимо подождать, пока они продадутся. Итак, как видим, мой ордер сработал сразу, просто я ролик ставил на паузу, не сразу понял, что дальше надо делать, потому что, честно говоря, на биржах я раньше не торговал. Но вот, как видим, у меня на балансе 132 тысячи сатошиков биткоина. Вот сюда можно перейти баланс, и вот мой биткоин на торговых балансах. Я думал, как его выводить обратно на баланс, чтобы я мог вывести. Оказалось, все просто. Просто нужно перейти опять в раздел «Баланс». И вот, как видим, на торговом счете у меня 132 тысячи сатошиков. Просто нажать вот эту кнопочку, и это должно перейти вот сюда. Давайте я нажму. Теперь прописываем сумму. Так, 0, 2, 0, 132. Сумма правильная. Нажимаю «Перевод». Вот, как видим, я перевел. Все, теперь у меня вот здесь на балансе 152 тысячи сатошиков, которые я могу вывести. Нажимаем далее кнопочку «Вывод». И теперь я уже могу здесь ставить адрес, сумму. И, соответственно, могу вывести на любой кошелек. Могу вывести даже на тот же Pair, потому что там есть также криптовалютные кошельки. И на Pair я сразу смогу обменять на доллары, либо на рубли, ну и на ту валюту, которая мне больше всего подходит. Конечно же, скорее всего, я, наверное, выведу на криптонатор, потому что на доллары пока что обменивать биткоин не стоит, так как он сейчас очень упал в цене, я лучше подожду, в биткоинах пускай себе лежит. Токены CoinsBit падают, биткоин тоже пока что падает, но все-таки токены, скорее всего, расти не будут, а вот биткоин, я уверен, что в скором времени опять начнет расти в цене, и, соответственно, на этом можно будет заработать. Давайте я вот эту сумму скопирую, посмотрим, сколько это будет на данный момент в долларах. Открою кошелек Криптонатор. Здесь есть классный конвертер, в котором можно смотреть на цену валюты. Вот здесь сервисы, и выбираем конвертер. Биткоин на доллары, прописываем нашу сумму, я ее вот сюда вставлю. И вот на данный момент это 7 долларов. Ну, в принципе, без вложения 7 долларов тоже довольно неплохо. Хотя я смотрел на цену, если бы я продал буквально 3 недели назад, то это было 17 долларов. Вот, ребят, как-то так. Ну что ж, в любом случае 152 тысячи сатошиков это тоже неплохо. Я подожду, пока биткоин вырастет в цене, и тогда уже, скорее всего,
все это продам. В любом случае, как видим, на аирдропах можно неплохо заработать, так что ссылку на биржу оставляю в описании. Да, чуть не забыл вам рассказать о новом аирдропе. Вот новые токены CNG. Здесь запускается свое казино. И вот эти токены опять раздаются. У меня, как видим, уже 52 500 данных токенов. Это, конечно же, на реферальной программе, потому что не по реферальной программе их могут заработать только те, кто еще на бирже CoinsBit не зарегистрирован. То есть вам необходимо пройти простую регистрацию и опять же пройти верификацию. А я, так как уже на бирже был зарегистрирован, потому что участвовал в первом аирдропе, то, соответственно, только могу зарабатывать данные токены по реферальной программе. Вот если сюда перейти, у меня 7 рефералов, соответственно, активные не все, то есть не все прошли здесь верификацию, это только сумма тех, кто здесь ее прошел. Более подробно о новом аирдропе можете узнать у меня на канале. Давайте я перейду на канал, у меня там должен быть видеоролик по новому аирдропу. Так, давайте я его сейчас найду. Вот, ребят, этот ролик. Новый аирдроп от биржи CoinsBit. $300 CNG. Ну, я не знаю, будет ли действительно, как только этот токен появится, $300. Но в любом случае, что тогда можно будет заработать. Ну вот, в принципе, на этом все. Ссылку на биржу вы найдете в описании. Ну, а вы были на канале Интернет и Деньги. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.